стрелковый спорт. Моя родная цитадель, стрелковый спорт. Азарт, летящий прямо в цель, плечом к плечу. Опорой прочной, как броня, за честь страны стоим на линии огня. Мир. И в этом мире есть страна, страна стрелков. Она в сердцах у нас одна, спешу туда, где видит остро меткий глаз, где жизнь моя, где золотой летит Пегас. Стрелковый спорт. Духа и руки на рубежах стоят российские стрелки, а впереди горит надежды наши свет, а выше не наш флаг. Дорогие друзья, мы сегодня присутствовали на соревновании, посвященном 23 февраля, предстоящему празднику в МВД. Спортивный зал «Динамо» и вот эти два замечательных красавца-ветерана. Представьтесь, пожалуйста. Подполковник в отставке Аберхаев Раис Касимович, мастер спорта по греко-римской борьбе. Ларин Виктор Егорович, подполковник внутренней службы в отставке. Заместитель председателя Совет ветеранов Мордовской региональной общественной организации органов внутренних дел. Скромные, поэтому должности свои не называют. Значит, вы организовали фактически Совет ветеранов МВД Республики Мордовия, организовали сегодняшнее хорошее дело. В чем соревновались ребята? Соревновались из спортивной малокалиберной винтовки по стрельбе 50 метров и из пистолета ИШ-71. Было несколько команд, упорная была борьба. Да. Выявили в результате две самые лучшие команды, которые действительно боролись по-настоящему. Да. Кого мы назовем сейчас? Вот какие хорошие команды? Первое место заняла команда ветеранов МВД Республики Мордовия. Так, а второе место? Второе место заняли коллектив спортсменов «Актив Охота». Ясно. Ну, сейчас мы посмотрим вручение, торжественное вручение. Да. Я поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам здоровья и много-много спортивных и других всяческих побед по жизни. Пользуясь моментом, поздравляю с наступающим праздником Днем Защитника Отечества, особенно ветеранов, ветеранское движение. И сказать ей, ребята, будьте здоровы. И как сегодня доказали на огневом рубеже, мы еще достойно занимаем первые места. Стрелковый спорт. Моя родная
спорт. Азарт летящий прямо в цель, плечом к плечу. За третье место награждается Шапошников Владимир. Ура! Диплом теперь. Фаворитец. Поздравляю от души и с наступающим праздником. Спасибо. Довелков Алексей. Третье место. Ура! Леша, поздравляю с праздником и с наступающим Днем Защитника Отечества и за награду. Второе место Канаев. Призером за второе место награждается Александр Канаев, мастер спорта, чемпион России, чемпион СССР по стрельбе из малокалиберной винтовки и боевого награду и с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. Морозов Михаил. Достойное место, и достойному празднику. И диплом первой степени. И диплом. Спасибо. Вот теперь осадитесь. Костки ложите. Костки. Из пистолета Иж 71 занял Вдовенков Алексей. Самый сильный амоник стрелок. Да. Второй медаль. Так, Рыбин Владимир. Ура! За третье место и с наступающим праздником и заслуженной наградой. Молодец. На память медали. Вдовенко тоже. Боевые свойства доказал. Так, Вдовенко второе место? Третье. И значительно омолаживает, между прочим. Вот. Здесь медаль. Еще давай, разок. Давай. Второе место Морозов Михаил. Ну, это снайпер, снайпер. Еще со второй медалью. И еще раз диплом. Спасибо. Да, и с наступающим. Сижу Динамо. Так, первое место занял Широков Игорь. Это репетиция Олимпийских игр в Париже. Вставайте. В ожесточенной борьбе по стрельбе победила команда Совета ветеранов МВД по Республике Мордовия. Награждается денежной премией, золотой медалью и кубком. Заслуженный кубок за команду. Служу ветеранам Динамо. Второе место заняла команда коллектив Охот Актив. Тоже награждается серебряной медалью, диплом второй степени и денежной премией. Да. Как настроение? Огонь. Ну, молодец. Значит, не напрасный сегодня день прошел. Абсолютно. Как настроение? Отлично. А почему? Просто. Почему? Тоже занял второе место. Молодцом. Так. Как настроение? Отлично. Ну, медали сколько там даже? Две или три? Две? Две. Поздравляю. Спасибо. Ну, у капитана настроение должно быть супер отличным. Вообще, супер. Пару слов. Отлично провели время, переняли опыт старшего поколения. Надеюсь, еще в будущем пересечемся. С организатором побеседуем. Я поздравляю победителей и призеров. От души им желаю успехов, здоровья и с Днем Защитника Отечества. Отлично. Проведенные соревнования по стрельбе
Это хороший знак в преддверии Дня защитника Отечества. Пулевая стрельба как никогда нужна участникам специальной военной операции на Украине. Цифра 1 говорит о мастерстве, которое не уходит с годами. Команда соперницы. Физкульт. Ура! 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 Мы желаем удачи огромной, как говорится, чтобы в дальнейшем виде они были сильнее нас. Мы, думаю, будем тоже к этому готовиться, чтобы не отдать им тот призовой фонд. Вот. Ну, ребята, удачи вам. Спасибо за участие. Игорь Широков, первое место, диплом, медаль. Приятно видеть. Игорь, как настроение, как дела? Да, присоединяюсь к словам Михаила, и все в охотактив. Ясно. Легкая реклама называется. Ненавязчивая. Ну, тоже известный человек в Мордовии, в Саранске. Как, Володь, дела? Ну, хочу выразить большую благодарность организаторам данного мероприятия. Для нас каждое подобное соревнование, как маленький праздник, это лишний повод увидеть своих коллег бывших, познакомиться с новыми, с молодыми ребятами, которые стремятся стрелять, которые хотят стрелять, которые хотят побеждать. Спасибо всем за участие, спасибо за организацию. Володь, тоже приятный диплом. Как настроение? Настроение отличное. Да, настроение отличное. И результаты соревнований показали, что к несению службы все готовы. Так, ну, вас встречал сегодня стрелковый тир «Динамо». Давайте его поприветствуем уже. Гип-гип. Ура! 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 «Динамо» – это движение. Предстоящим столетием «Динамо» 18 апреля 23 года. Так, друзья, мы приветствуем людей замечательных, которые получили первое место в номинациях из, значит, по стрельбе из пистолета и из винтовки. Ну, конечно, в МВД это прославленные люди, и, в принципе, они асы, снайперы, можно сказать. Сложно было сегодня в соревнованиях? Ну, соревнования всегда сложные. Побеждает сильнейший, как правило. То есть, значит, а я вот заметил, что мастерство. Вы вида не было, чтобы вы волновались, вот честное слово. Волнение на пенсии уже, как говорится, на свое не берет. Поэтому, то есть мы готовы ко всему, Игорь Романович. Да, согласен. Поэтому, то есть, в любое время, в любой час нам наберут, позвольте. Спасибо вам. Спасибо вам.